say. Идут с двух сторон. Девоньки мои, простите меня. Прощайтесь.
Прощай. Господи Боже всесильный, всех уповающих на милость Твою, не оставляй, но защищай их. Будь мне милостив и соблюди меня от прелести вражия Твоим защищением. Да не паду перед сопротивниками моими, и да не порадуется враг мой мне. Предстань мне, Спасителю мой, в подвиге всем за имя Твое святое. Ты меня укрепи и утверди, и подашь силу встать мужественно за Тебя до крови. И положите душу мою по любви к Тебе, яко же и Ты, возлюбив нас, положил неси на кресте душу свою за нас. Аминь. Была моя последняя съемка и последний бой батальона Бочкаревой. Из 170 человек, участвовавших в боях, батальон потерял 30 человек убитыми и 70 ранеными. Женские ударные соединения были расформированы 30 ноября 1917 года Советом военного министерства. Тем не менее, многие доброволицы оставались в своих частях до января 18 года. Некоторые из них перебрались на Дон и приняли участие в борьбе с большевизмом в рядах Белой гвардии. Мария Бочкарева за пособничество Белому движению была приговорена к расстрелу в Красноярске 16 мая 1920 года.